Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В пятницу в Самарской области пасмурно, местами осадки в виде дождя и снега. Температура днем 1-3, тепла ночью 0-1 градус. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 2, в темное время суток 2 градуса ниже 0, северо-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, возможен снег, днем плюс 3, ночью минус 1 градус, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, в дневное время плюс 2 градуса, ночью минус 1. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 78%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.